Пошли. Бросаем из-под ноги. Так, получается из-под ноги. Только за дырки не берите в мяче, чтобы он не рвался дальше. Так, что там у нас? Хорошо, хорошо, хорошо работаем. Хорошо, так. Теперь в движение, Расстояние между вами 1,5-2 метра. Андрюха, отойди. Смотрите. Не бросаешь. И идешь ко мне. Идешь ко мне и в движение. В движение. Нет, не по линии гуляем, а идем как спортсмены. И назад, назад. На носочках, Так, вас снимает скрытая камера, чтобы вы потом не говорили. Работаем, работаем. Thank you.
сейчас вы, вот у вас один ковер, второй ковер, один специальный, второй. Вот только здесь. Где работаем аккуратно? Здесь стекло, там стекло, лампы. Значит, что? Вы делаете пас. Вам дали пас. Вы остановились. Ваш партнер убежал туда-сюда. Но здесь будет все двери. То есть Маша с ним. То есть как по парам. То есть получается так. Маша, пас. Раз. Ты убежала. То есть я тоже подвинулся. А здесь будет еще бегать. Я ей даю пас. Все, передвинулся. Или куда-то туда. Понятно, да? То есть вы друг другу. Туда не заходим, здесь и здесь. Пошли. Пас через партнера. Друг к другу. Стоп, Андрей. А кто-то ставит, второй ставит. Только вот здесь двигайте. Пошли. Двигайте за, прячьте за игроком. Так, стоп. Андрей, Николай. Вика, Маша. Вы пока остаетесь. Скажите, пошли. Забегает, забегает за партнера. Дал пас, передал. Между двумя давай. Да. Михайло, сюда, Михайло. Михайло стоит далеко, надо ждать здесь стоять. Почему мяч падает? Почему передача тут нет? Пошли. Вот. Куда? Стоп.
колени, да, на колени. Есть, молодец, так, стоп. Треть внимания, Руслан. Вика, треть внимания. Будете понимать, будете отжиматься. Приготовили? Отлично, стоп, пять отжиманий. Маша. Раз, два. А ты пока не ходи, ты возьми, собери. И вот так сюда. А, ты бегала, значит, когда Маша. Готовы? Отжимаем. Дома, одну секунду. Все легли на живот. Девочки 10 раз, мальчики 30. Значит, смотрите, девочки, вы по 10 раз делаете, мальчики делают по 20. А я сейчас возьму что-нибудь поставлю. Стоп, Михаила, помогай.
да, и жестко кидает. Так, Николай зашел. Чуть-чуть мы шире ставим, чуть-чуть шире. Макс мяч кидает. Да-да. Вика! Еще раз! Да, нашел. Все, нашел. Ты этот готовый? Еще такой. Хоп. Ну да, кислот. Молодец, Вика, Андрюха. Вика, я тебя выпущу. Андрюх, ты сюда, ты ушел. Первый свободный. Вот так, пошли. Вот. Куда? Кто? Михаил, кто свободен? Кто свободен? Маша, давай сюда и обратно. Вот. 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 Вот, 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 вот. Маша. Давай. Хорошо. Лови, лови, лови. Два варианта. Есть несколько вариантов, но вот два таких. Первый. Вы
шаг назад, видео, нагрузите его, и шаг вперед. И опять. Вот здесь. Вот. Раз. Еще раз показываю. Или шаг вперед и нагрузить. Или шаг назад и шаг вперед. И бросочек. И
сейчас по-моему усложним же. Вы что думаете? Надо девчонку бросать твой. Ладно, хорошо, держи. Сколько вы сделали? Как 27. И сколько?
он считает, а ты считаешь количество перьев. Пресс, получается. Thank you.
шеренгу становиться, вот здесь построили, сзади, пожалуйста. Сзади девочки здесь, мальчики здесь. Считаю до трех. Раз, два, три. Так, девочки шире. Назад Михаила чуть-чуть. Вот так. Оливье. Древ. Это еще не все. Дай перчатку. Да, вот. Нет, ты будешь, я где-то сильнее делаю. Сейчас каждого посмотрим, как у кого пресс. Каждого будут бить в живот. И если не умрет, то хорошо. Так, встали вон туда. Сейчас будут бить по животу. Не надо кинуть. Встали туда. Я тоже хочу. Давай. Так, сейчас будут бить. Встали сюда быстрее. Так. Андрюха. Сюда. Вот туда, на угол. Брыскутся прямо туда. Плохо подходишь к юбке. Стоп. Ко мне. Поворачивайся. Хорошо прыгай. Давай. Николай. Ко мне. Ко мне. Поворачивайся. Хорошо прыгай. Руки на колени поставь. Помогай, да. Хорошо прыгай. Ну, заяц, ты куда? Так, Маша сюда. Я заяц. Ко мне, поворачивайся. Ты Анатолий. Нет, ты сюда прыгаешь. Вот туда. Помогай. Ручками. И придерживай колени, пожалуйста. Сюда. Хорошо. Иди сюда. Ты пять раз приглядишь и идешь на колени. Поворачивайся. Макс, вот отсюда 10 прыжков. Пять раз. Все, девчонки. 10 прыжков последние. Все. Будешь тогда на расплыве. Подними глазу, если ты хочешь. Макс, не забывай. 10 прыжков, как можно вот 2 метра. Что? Через 2 метра. Не, Юрий Александрович, пусть он лучше присядет и там подержит. У него ноги слабые. Ему сейчас